Всем привет, с вами Пенни Прец. И сегодня самое время объявить быстрый розыгрыш. Быстрый розыгрыш. И на этой неделе в быстром розыгрыше принимает участие вот этот P250 кимоно цвета мяты после полевых испытаний. Что нужно, чтобы принять участие? Нужно быть подписчиком канала, поставить лайк этому видосу. Нужно быть подписчиком канала и поставить лайк этому видосу. Да, вот все, что нужно. Вот все, что нужно. А завтра на субботнем стриме я узнаю победителя. Ну, а победителю нужно будет лишь узнать, что он победил, и потом отправить на свою трейд-ссылку. Вот. Ну, а я залетаю на EasyDrop и продолжаем челлендж. Сегодня у нас пятый день. У меня тут стакнулась сумма, и поэтому доступен второй фри-кейс. Вот и посмотрим, как второй фри-кейс нам... Или мне, точнее даже мне, навалит. Все начинается с жара, который дает нам 23 рубля. Не, я оставлю вчера. Поделаем то, что там до 40-то будет. Апгрейдики будем делать, поэтому будем оставлять их. Будем оставлять. А снова жар? Ты что, козишь, что ли? Два жара подряд? Ну, жарко. Прям жарко началось. Жарко прям начинается. Ну, ладно. А, ну ладно, тут хоть дуал береты. Вы-то сколько? Блядь, синька дороже. Традиция мы не изменяем. Залетаем сюда, чтобы забрать пушечку рублей. Ну, я не знаю, сколько за сегодня. Вот за сколько сегодня даст? Ну, думаю, рублей за 110 снова даст. Но нет, это, наверное, подороже, да, стоит? 138. Не намного дороже. Окей, возвращаемся в ширпокейсы. Так, сегодня у нас пятый день челленджа. Ой, я, пацаны, я забыл вам показать, сколько там всего на балансе, то еще скажете. Короче, вот это сегодня выбили, этим вчера закончили. Вот. Вот как-то так. Вот как-то так. По два пооткрываем. Два, я думаю, более удачливый будет. Кстати, ребята, кто на изике открывает, пользуйтесь моим промокодом, вы его видите под вебкой. Под вебкой вы его можете наблюдать. Ну, а можете им пополнять, чтобы было все окей. Слушай, как долго что-то вот эта штука тут, пистолетик-то висит уже долго-долго. Ну, изи дроп. Поднавали уже чего-нибудь. Сочникова-то навали. Изи Дропчанский. Не хотит. Да что там за ужасная музыка играет? Ну хуй ужасно, сам такую выбрал. Теперь жалуюсь, да? Че, гроза за 5 соток? Нет? Эх ты. Гроза за 5 соток. Нет. Что-то даже больше... Ты хоть что-нибудь больше 10 рублей дай мне. Слышь, Шир. Хоть апгрейды поделать, чтобы... А? Ну. Слабо тебе, Изик, понавыдавать? Так, а не, ну вчера-то получается я окупился. Вчера у меня был окуп, до этого два дня было не окупных, а вчера был окуп. Что-то прям вообще все ширповые скины, все ширп, все абсолютный ширп. Я даже не знаю, стоит ли будет в воскресенье рассказывать вам про мои отношения с изидропом. Скажете, что ты хочешь рассказать, он тебе, он там сливает, что ты, так все понятно, да? Ну да. Рассказал, надо будет рассказывать, что? Раз уж заикнулся, сказал А, говори и Б, то есть, ну, блядь, два скина для апгрейда всего лишь, ну... Вы знаете, я буду 10% делать, других не будет, поэтому
вероятность того, что из двух 1 на 10% зайдет, это просто, ну, никчемная вероятность, низкая, маленькая. Пух. Так он даже перед синькой, он даже перед синькой просто тормоза в пол нажал. Это вообще контраст, да? Слушай, ну вообще охеренный контраст он. Когда он дает и когда он сливает, это прям забавно. Да ёпта, сколько-то разъяренная толпа-то там. Вы, наверное, лайфленту-то не видите там, да? Вот. Вот эта разъяренная толпа, блядь, висит с того момента, как я начал писать ролик. Даже с того момента, когда я депался. То есть разъяренная толпа там уже это была. 5-7, этот он до сих пор там висит. И это не может измениться. Ну чё, все, идем на финал, идем к апгрейдам. А, ну тут две синьки будет, да? Охренеть. О, вот это да. То есть еще пару раз крутануть можно. Можно еще пару раз крутануть. Ну. Вот знаешь, вот понимаешь, что ты и так прям уже тут вытащил пипец, пипец сколько, и все равно хочется еще. Хочется еще. То есть, ну, даже не то, что хочется, а что вот, что не дает, он даже как бы по мелочи, то есть вот это приятности такой, чувства нету такой хорошего дропа, там еще чего-нибудь, да, то есть вот нету такого чувства. Так, давай. А, нет, у нас три скина есть. У меня три скина есть для апгрейдов. Ну, давай. Да, вот CZ-шка, отравленный дротик. Ой, не слышно звука, поэтому непонятно. Не слышно звука, поэтому непонятно, что там наваливает, не наваливает. Нет, слабенько слышно. Слабенько там слышно. Ну, и апгрейды, не апгрейды. И апгрейды, не апгрейды. Ну, вот так. Пятый день. Пятый день и плюс всего сколько? Вот это вот АВП за 138 рублей. То есть минус x2. Слился. Слился сумма. Ну, баланс-то растет. Это пятый день, это сколько? 1250. Потрачено 1250, скинов на 6400. Скинов на 6400. Вот такой вот итог. Ну что, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваш лайк, пишите ваш комментарий. Используйте мой промокод и, конечно же, выигрывайте сочные скины. Всем пока.